Ну а в Гомеле задержали серийного грабителя офисов. По информации правоохранителей, мужчина на протяжении 2 лет под покровом ночи совершал набеги на частные фирмы. К выбору объекта кражи подходил весьма основательно. Днем изучал график работы персонала, ночью – наличие охраны и сигнализации. Похищал все, что попадалось на глаза – технику, инструменты и даже продукты питания. Затем незаметно уходил с места преступления, не оставляя никаких зацепок. В поле зрения сотрудников милиции Центрального РОВД города Гомеля попал 42-летний житель областного центра, который в 3 часа ночи пытался светить фонариком в одно из окон. Поведение свое правоохранителям он не смог объяснить, и было принято решение доставить в районный отдел милиции для дальнейшего разбирательства. Было совершено данным мужчиной более 10 аналогичных краж. Сотрудникам милиции изъято более 200 наименований предметов, которые в настоящее время проверяются на предмет хищения.